Последние годы родители отдают венспилские детские сады малышей полуторагодовалого возраста. В городе возникла нехватка мест в учреждениях дошкольного образования. Самоуправление незамедлительно приступило к решению данной проблемы. В течение полугода были открыты две ясельные группы. А во вторник открытие новой группы для детей самого младшего возраста состоялось в Варовиксне. Мы смогли открыть новую группу, так как у нас сократилось количество групп для детей старшего возраста. Мы объединили две группы для взрослых детей в одну и освободилось помещение для новой. Я рада за маленьких детей, за отзывчивых родителей. Действительно, в этом году мы почувствовали, что родители очень заинтересованы в том, чтобы их малышам было хорошо. Айверс Ламбергс отмечает, что еще 3 года назад в детских садах Венсполса в запасе имелось около 30 мест. Лет еще 3 года назад у нас было где-то 30 мест в запасе. И вдруг за 5 лет спрос на младшие группы 1,5 годика возрос на 150 мест. Это что полноценные детские сады, это 4 детские сады заново надо строить. Вложив более 36 тысяч евро, в Варовиксне были отремонтированы помещения площадью 115 квадратных метров. В группу были закуплены мебель, инвентарь, учебные пособия и игрушки. Руководила проектом предприятие «Венспилс Некустами и Ипошуми». Каждый год ремонтируют какую-нибудь группу, что-то перестраивают. В этом году это был спортивный зал в Пасаке. А здесь это новая группа. В других детских садах тоже проводились работы. Всех трудно перечислить, их было очень много. Этим занимаются наши инженеры, проводят закупки, контролируют ремонтные работы. Представители Венспилсского самоуправления также совершили небольшую экскурсию по детскому саду Варовиксне. Посещая детский сад, они ознакомили с помещениями, спортзалом. Он требует ремонта небольшого. Линолеум надо заменить, там душ сделать. Но это мы короткое время сделаем. Вот, так что ждем предложений, составим смету. Думаю, одобрит, и это мы сделаем. Новой группе рады как педагоги, так и родители, которые сейчас могут выйти на работу. Почему вы приняли решение вот так скоро отдать ребенка? Ну, надо на работу выходить. Время. И как, ей нравится? Ну, пока еще не привыкли. 2 неделя только, до обеда пока только отдаем. Ну, нравится вообще, да. Смугандерит. Я довольна работой коллектива, отзывчивостью родителей, заинтересованностью детей. Рада всему, чему можно радоваться. Уже удалось поработать в этом помещении? Да. И как? Хорошо, очень свежо, все чистенько, красиво, новое, все очень здорово. Детям нравится? Да, нравится. Новые игрушки, все по-новому, конечно, да. В скором будущем и в помещении Венспилсской центральной начальной школы будет восстановлен детский сад, что позволит полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях образования всех малышей ясельного возраста. Начальная центральная школа по улице Бриви, они переходят в старую новую школу, там 1 000 000 мы вложили, чтобы отремонтировать по улице Саулас и Петера. И там будет, мы восстановим детский сад с направлением на младшие группы. И тогда у нас, я думаю, будет запас, и где-то, ну, где-то мест опять 20-30 у нас будет запас. Если будет продолжаться рост спроса, у нас есть в запасе строить пристройку к Саулите. Новая группа детского сада называется «Пуговки». В Варовиксне теперь 17 маленьких пуговок.